Доброго времени суток. Сегодня у нас самый унылый босс из всех, которые были до этого. И вообще из всех боссов на текущий момент. Надеюсь, что таких идиотских боссов больше не будет никогда, блин. Ну, как можно неосбранно заметить, генерал Дракисад. С идиотской совершенно способностью. Ну, как и на нормале. Все стоит одну ману, только проблема в том, что у нас один кристалл маны, а у него два, блин. И при этом у него... Карты, которые, соответственно, этим невозбранно пользуются. Тем, что у него на одну ману больше. Как то спринт, который позволяет ему быстро руку свою накопить. И всякие прочие вещи, типа... Как эта штука варлоковская называется, которая всех существ уничтожает. Не помню. Короче, вот эта херня. И плюс ремувал, просто убей кого хочешь, 10 армора получишь. Что это за такое вообще? Чушь, блин, полная. Реально самый отвратительный босс из всех, которых я видел вот пока что. Что в Ноксрамосе, что здесь. Просто никакой идеи за ним нет. Он просто тупой, блин, со всех сторон, блин. Вот. И убивается по-идиотскому, блин. И по большому счету на халяву. Вот из всех боссов, которых... которые были, как в Ноксрамосе, так и здесь. Этот пока первый, который, блин... в котором от скилла вообще ничего не зависит. Ни от того, как вы будете собирать колоду, ни от того, как вы играете. Потому что тупо... вообще полный тупой рандом. Вот все то, чем херов Хардстоун в целом, глобально, да, вот все недостатки, которые у него есть, они все сосредоточены целиком в этом идиотском боссе, блин. Настолько он мне не понравился. То есть вот лично я считаю, что у рандома самый... у Хардстоуна самый большой недостаток — это долбанный рандом, на который никак невозможно повлиять, независимо от того, насколько хорошо вы играете. Вот это именно тот самый случай, блин. Поэтому я такое не люблю. И поэтому босса превозмог первым попавшимся вариантом. Ну, в данном случае это жрец, конечно же, как всегда. Как-то почему-то у меня вот так получается. Хотя вполне можно там каким-нибудь варлоком. Варлоком неплохо, да, но этим чернокнижником. Потому что у него ремувал хороший. Опять же, снести всех существ вот очень хорошо помогает, если есть... Shadow Flame хорошо помогает, как он там по-русски, темное пламя, наверное, да, который по, ну, короче, тоже все сносит. В общем-то, по сути дела, вот, получается так, что против этого босса лучше всего убирать те классы, которые, у которых есть хороший ремувал, по большому счету, да. Ну и тупо все жирные кричи, которые у вас есть вообще в количестве, все кладутся туда и... Надейтесь на лучшее. В общем, мне реально не понравился этот босс. Надеюсь, что такого больше никогда не повторится. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Гадость. Поэтому никаких других вариантов нет. Я просто один раз его убью и скажу, ну, нахер. И больше никогда к нему не буду возвращаться. Очень нехороший. Не. Соответственно, на сегодня все. Шарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк в нашей книге для жалоб и предложений. А наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане. Меня бесит этот босс, он тупо идиотский, блин. Я не люблю, блин, когда можно победить исключительно на халяву, блин. Что это за херня вообще, блин? И все упирается в то, приходят ему те или иные вещи или нет, блин. Типа, если ему пришли эти мудаки 5-3, блин, которые возвращают на руки, он сразу автоматически выиграл. Ну, практически автоматически. Пардон, за невольные стихи. Вот. Если ему... Ну, и спринты, например, тоже, что позволяет ему тех мудаков поднять. Если ему эта херня не пришла, блин, то он холодный, как айсберг в океане, блин. Или... Вот, ох, сходу спринт, отлично, блин, вообще, да. То есть все, если он этого мудака сейчас на руки вернет, все, я уже не могу никак. Ну. Я предпочитаю действовать. Вот и поиграли, блин. У меня нет никаких возможностей сейчас вообще хоть как-то вернуть контроль за столом себе. Просто никаких. Ну, окей, ладно, теперь есть. Сейчас он сыграет еще одного такого мудака, например, и до свидания, нет? Ну, спасибо и на этом. Ну ладно. Килтузад, конечно, самое лучшее, то, что из того, что вы можете положить свою колоду, так или иначе. Он реально доставляет. Проблема в том, что у него два этих идиотских, эти штуки, как они называются, которые... как они... Я не помню, блин, как они называются, каждый раз забываю почему-то. Который уничтожает всех существ. Колдунские эти. Идиотство. Как он? Очень сильное колдунство, да. Но... О, надо же, он сработал, блин. Охренеть. Чудо какое-то новогоднее просто. Обычно этот мудила никогда не срабатывает. Он просто, блин...
Ну, он просто бежит мне в голову, и похер. Не знаю, на то, что на нем 50% написано. Вот это. Как там, круговеть протосты? Да, прекрасный выбор, блин. Они, ну, просто, кто ему, зачем ему это дали? Я не знаю, блин. Это ж просто ересь. Вот это хорошо. Световая бомба, да, очень доставляет, кстати, против него. Реально очень доставляет. Ха, лошара. Давайте что-нибудь с жопой больше, чем с атакой. Жаль. Но... Я не... Нет, ну я умру иначе. Нет, это не наш метод. Да. О, это хорошая штука, кстати. Вопрос о птичках. Одна из немногих полезных. Так, ладно, эту неприятность мы переживем. Окей. Шикарная. Оу. Шикарная композиция. Ну, остается только надеяться, что ему не придут. Хотя, слушай, подожди, нет, давай-ка не так сделаем. Стрелять в башку ему нечем. Поставим-ка вот этого парня на случай, если он захочет что-то убить. Окей. Оу. Эти тоже не сильно радуют, конечно, парни. Своей толстотой. Кстати, я не знаю, что не так с этим боссом. Но периодически он... он делает какую-то херню. То есть реально тотальную херню он иногда делает. Например, он любит убить свое собственное существо. Наверное, он мазохист, или я не знаю. Главное, чтобы ему спринт был последней картой. Все прощу. Опять же, вот это халява. Либо ему придет спринт, и я в жопе, либо нет. А, монетка. Вот с чем он сидит каждый раз. Ну, зашибись теперь. Точно, он же все время второй начинает. Я даже не знаю. Да похер. Ну ладно, сойдет, наверное. Но теперь только самое плохое, что может случиться, это спринт, по большому счету. Ну, мне придется, правда, десвинга поставить, к сожалению. Тут у меня других вариантов нету. Просто нет вообще. Потому что мне куча говна всякого пришла бесполезно. А, ну все, холода. Опять же, рандом. Либо он, блин. Да, отлично. Либо он сейчас побежит мне в голову, либо я сдохну. Либо он побежит сюда, и я не сдохну. Вау, надо же. Чудо просто какое-то расчудесное. Такого никогда не бывало. Чтобы я вы. Большое спасибо, блядь. Просто гениально. Гениально. Зачем мне... Окей. Самое херовое, что можно было вообще, блядь, оживить. О, ну спасибо. Я тебе, конечно. Разумеется. Блин, лишь бы спринт был последней картой. Вот все, что мне нужно, это чтобы спринт был последней картой. О, супер. Мне не нравятся боссы, которые, блин, вот так, когда, типа, блин, что же там, как там у него может произойти? Ну, или предпоследней карты. Предпоследней тоже нормально. Осталось всего 5 их. Окей, это хорошо. Да, давайте, наверное, лучше даже так сделаем. Я столько времени сидел в этой... Хотя спринт на этом этапе уже вообще все равно, да, потому что... Что же могло прийти, не знаю. Ну, Гидона я уж точно не буду играть. Вот сейчас уже точно все равно, спринт это или не спринт. А что же это такое? Затрудняюсь даже представить, но он холодный реально.
Я на одной жизни пафосно при... Ну да, конечно, в этом... У этого босса есть определенный бонус в том, что ну, тут происходит лютое пафосное превозможение. Решительно постоянно. Но мне не нравится такая система. Я не люблю играть... Что это за чушь? Один спел вход, блин, фу, блин. Да, это действительно... А, видимо, это спринт, а это вот эта херня, да. Естественно, во что еще можно было попасть? В самое неприятное. Хотя, мне-то вообще все равно, я-то уже выиграл, ну ладно. Никто не должен выжить. Вот и все. То есть, все, что я сделал, по сути, да, вот в этот раз, это то, что... Ну, как первый раз, когда я его победил. Это просто, ну, играл и переигрывал раз за разом, до тех пор, пока он... Пока ему пришло херово. Тупо, банально пришло херово. Это неинтересно. Это тупо неинтересно. Так что компания Метелица, надеюсь, такого вы больше никогда не будете делать. Что это за хрень вообще? Кто так делает? Фу. Фу-фу-фу. Брось каку. Каку брось. И не надо, блин. Надеюсь, с рендом не так. Че он там умеет? Ну, разумеется, трех дракончиков 2-2. Тут у него все жирное. Прекрасно. Я так примерно и знал. Ну ладно. С ним я знаю, что делать уже заранее. Так что, ха-ха, лошара, ха-ха. Ну, а в общем, вот так вот как-то. Короче, говно этот босс, фу, мне не понравился. До новых встреч в эфире, граждане.